Каждый раз, когда я встречаюсь с девушкой на мероприятии, которые мы сегодня приглашены, я удивляюсь ее положительному настрою, жизнелюбию и доброжелательности. Сегодня замечательный день, день рождения бренда Ламика, которому исполняется целых 7 лет. И я от лица телеканала Одесса Fashion Channel поздравляю бренд Ламика и его идейного вдохновителя и душу Ирину Бахрамееву. Ирочка, мы желаем тебе процветания, творческих успехов и, конечно же, побольше клиентов. А сейчас самое время посмотреть, что же Ирина приготовила сегодня. Пожелать ей процветания, только процветания. Она умничка, она старается. В такое время она не упадает духом, она продолжает красиво одевать детей, взрослых. Чтобы этот показ не ограничился Украиной, чтобы вышли на мировые подиумы. Италия, Франция. Чтобы он всегда был популярный и чтобы Ира всегда была самой красивой. Чтобы он всегда и оставался таким, ну, чтобы он шел такие красивые наряды, чтобы было много показов. Продвижение, побольше клиентов, успехов. Счастья, здоровья. Наверное, успехов, да, процветания? Да. Дальнейшего такого же роста, вот в таком же темпе. Не сильно быстрым и не сильно медленным, но очень уверенным, очень достойным. Творческих успехов, каких-то свершений, успехов во всех начинаниях. Счастье, здоровье, ну и все самое хорошее. Здоровье, чтобы он всегда хорошо жил. Еще много-много раз спасибо. И преданных клиентов, таких как мы. С днем рождения, Ламика. С днем рождения. Чтоб пока этот бренд развивался, потом он стал самым известным. Чтобы они продолжали продавать одежду и чтобы у них все было хорошо. А я желаю, чтобы Ламика развивалась дальше в хорошую сторону. И чтобы ее модели радовали нас все больше. Чтобы они продвигались, и у них были творческие успехи. А я желаю всего самого наилучшего. Мы хотим, чтобы у них продвигались, они создавали новые коллекции, и чтобы многие. А я желаю процветания и большинство клиентов. Я желаю Ламике, чтобы она радовала людей, чтобы все коллекции всем людям нравились, и чтобы Ламика процветала. Человек лучезарный, человек праздник. И когда приходишь в ателье, если у тебя нет такого настроения, оно у тебя гарантировано, оно будет. С Ириной настолько приятно и тепло работать, настолько ее энергия нас вдохновляет. И каждый ее приезд из Италии дарит нам какие-то маленькие радости. Прекрасный, замечательный человек, прекрасный бренд. Можешь в любую секунду позвонить, когда тебе удобно, неудобно, либо когда Ире удобно, неудобно. Она все сделает по высшему разряду. Спасибо огромное. Она просто прекрасный, замечательный человек. Я безумно люблю Ирочку Вахрамееву, и я желаю ей расти, расти и дальнейших успехов. Я не знаю даже, что пожелать. Она очень трудолюбивая, она очень талантливая. И что все у нее получилось, ее задумки, все ее проекты. I'm glad to have me here, to be invited. It's lovely to get to know Odessa culture. And I'm so glad to Marina for this invitation, so thankful. Очень благодарна за то, что приняла приглашение, и очень приятно здесь находиться. Can you say some words for Ирина Вахрамеева and her brand? Actually,
Absolutely. It's the designer, yes, right? Yes, the designer, yes. I heard from Marina the best for her quality in design and material, and I'm looking forward to see her work tonight. Эти улыбки, эти пожелания, они стоят многого, они стоят всего. И я думаю, что это не случайно. Я желаю Ире и всем ее новым начинанием и продолжением огромного процветания, правильных людей, и чтобы ваши горящие глаза всех гостей, всех друзей были еще более счастливы, радостны и были рядом с нами каждый день. Очень яркий, впечатляющий, замечательный показ. Много было интересного. Очень нам понравилось. Все прошло традиционно на уровне, очень атмосферно. Под аплодисменты довольных друзей, клиентов бренда La Mica. Сегодня самый счастливый человек на свете, потому что все получилось, мы очень старались, мы старались делать праздник для наших клиентов, для наших друзей, для наших детей. Когда они счастливые, я самая счастливая. Спасибо всем огромное. Мы собрались в скором будущем открывать салон красоты для наших же любимых девушек, девочек. Это будет такой девчачий салон красоты. Очень надеюсь, что все получится. Скоро приглашу на открытие. Обожаю дни рождения. Этот праздник наполнен теплом, улыбками близких людей, хорошим настроением. Я надеюсь, что это хорошее настроение передалось вам через ваши экраны телевизоров. Мы вас очень любим, ваш OFC.